Внимание, данное видео содержит нецензурную брань и не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет. Вот так вот. Я не знаю, что здесь происходит, но здесь что-то происходит. Я понятия не имею, что это такое. Я не знаю, как... Короче, вот такая вот хуйня. Однако, здравствуйте. Сегодня с вами Дэн и игрушка под названием Far Cry 5. Сегодня будем проходить эту игрушку. И вот такая вот херня здесь происходила. Я понятия не имею, что произошло. Значит, сегодня мы будем спасать Хёрка. Хёрк у нас там, типа, такой какой-то чувак. В общем, он 1000 с чем-то метров до него. И мы пойдем его спасать. Надеюсь, сейчас опять никакой хрени не произойдет с этим самолетом. И мы взлетим чисто и красиво. Что ж, мы взлетели, отлично, хорошо. Ну и летим, собственно говоря, 600 с чем-то метров до цели. Будем спасать нашего товарища Хёрка. Там... И не знаю, что там нас должно ждать, но вроде чувак позитивный, он типа амигос, это Хёрк, он постоянно орал еще в первой части. Что ж, давайте его спасать. Раз он нас просил об этом, значит, мы ему нужны. Подожди, не понял. А, блин. Вот тут он у нас. О, да, я мастер посадки, друзья. Ладно, давай я выйду, потому что его сейчас опять-ка наебить начнет и, блядь, пиздец, нахуй. Поняла? Подойди, говорю. А, это о тебе говорил, сучонок дач. Ты зарегистрированный избиратель? А, хрен с ним. Мне нужна помощь другого рода. Перейдем к делу. Видишь эту груду разочарования? Он молится еще. Мой отпрыск. Хёрк-младший. Тупой, как ведро для угля. Весь в мамку. Безмозглый сучонок похерил мой грузовик, Нэнси, названный в честь лучшей первой леди нашей прекрасной страны. Если либерасты узнают, что я о своих вещах позаботиться не могу, плакало мое место в Сенате. А раз уж ты на моей земле, и я тебя не убил, хотя любой американец при оружии имеет на это право, то ты у меня в долгу. Помоги недоумку вернуть грузовик, и я займусь подготовкой к выборам. Ну, отличненько. Младший, тебе тут помочь хотят. Попробуй не просрать свой шанс. Эй, царь обезьян, да. Хороший мой, ты здесь? Это я, Хёрк. Эй, чувак! Добро пожаловать! Не, слушай, я же ничего не сказал про твой пол, правда? Я ж к тебе со всей душой. Просто я всех своих амиго называю чуваками и бро. И неважно, есть у них вагиталии или пенина, или... О-о-о, дежавуду, чувак! Мы часом не встречались? Черт, мои молитвы услышаны. Я достучался до славного царя обезьян, владыки небес. Ну, раз уж ты посланница царя обезьян на земле, ты наверняка в курсе, что я должен вернуть папане грузовик. Он прям рвет и мечет. Если я это сделаю, он пустит меня домой. Снаружи уже жесть, как холодно. Я молчу про бродяг, которые копаются в мусоре и грозят заразить меня болезнью Лайма. Идем, поможешь мне найти папин грузовик. Пошуршали, пока папаня не начал стрелять. Он сейчас как бочка с порохом. Выборы в Сенат его подкосили. Не создан он для этого дерьма. Ты знаешь, как он занят? Прям посрать некогда. Чувак, очуметь, я целый день молился,
попросил царя обезьян, малыша Иисуса, даже святого Валентина подать мне знак. Детка, и они прислали тебя. Вот что я тебе скажу. Вернуть грузовик будет непросто. Он у святош. А, посмотрите, она бумера. Красавец бежит. Ну, скажу честно, все началось, когда я решил стать одним из них. В смысле, это казалось мне хорошей идеей. В плане, у них есть пушки, еда, тёлочки. Признаюсь, ради этого я готов на все. В смысле, это было похоже на вечеринку, знаешь? Я им: «Эй, амигос, возьмите меня к себе!» «Возьмем», говорят. И давай перечислять свои правила. Не прелюбодействуй, ну то есть не трахайся. Алкоголь запрещен, вечеринки, все такое. Ну нахрен! Так что я свалил оттуда по добру, по здорову. Жаль только, папин грузовик забыл. С тех пор он злой как пес. И я должен вернуть тачку. Не парься на этот счет, чувак. Сука, ты мою собаку убил. Бумер, нет, прекрати крутиться. Бумер, успокойся, дай я тебя спасу. Помолимся, чтобы кто-то решил за нас эту проблему. Готово. Третье... Блин, забыл. Вспомню по ходу дела. Черт, а ты умеешь слушать, Боба Фетт? Мой старик меня вообще не слушает. И не слышит. Мы с ним не особо ладим в последнее время. С тех пор, как папаня стал баллотироваться в Сенат, он мне никакой жизни не дает. Бухать на улице нельзя, пушками махать тоже, и все в таком духе. Но когда мы отожмем грузовик у святош, он будет рад до усрачки. Он будет меня обожать. А мамка будет обожать больше, чтобы Долго нам еще ехать? Он увидит, как она меня обожает, и станет обожать еще сильнее. А на день рождения и Рождество они совсем озвереют. Ну, братюнь, ну ты давай как-то резвее, а? Отлично, наконец-то мы таки приехали. Так, ну. О, я вспомнил третий пункт. Мы нагнем их, как мой дед нагибал заграничных шлюх в авто... Такой пухленький чувачок с базучкой такой. Но что-то не договорил. Так, я понимаю, мне надо самому их там перещеголять. Будет весело, чувак! Я покажу им силу Винджа! Ты мне нравишься! Ты все делаешь правильно, поэтому, может, я посвящу тебя в свой замысел. Хоу-хоу-хоу! Мазафака. Да, я так понял, нам надо бежать туда. Ну, давайте, так сказать, двигаться.
помер, сучка. Так. Че, я подхожу к нему, и мне постоянно дают какие-то метательные ножи. В чем прикол? Чёрт, да твою мать. Итак, переходим к пункту 4. Грузовик далеко внизу. Скорее всего, там нас ждут эдемщики. Используем трос, бро. Спустимся на нем и нападем как крутые ниндзя. А, да, чувак! О, блин, не шуми. Да, точно. Чувак. Да, шуми, чувак. Что это, блин, было сейчас? Я вообще ни хера не понял. Я как-то просто тупо упал. Это охрененно, бро! Я бы еще разок прокатился! Калышом! Заодно яйца проветрил! Песик бежит там. Ну, дальше чё, куда? Честно, меня очень расстроил развод родителей. Не, а мне это не нравится. Ну? Скажу честно, меня очень расстроил развод родителей. Знаю, говорят, что дети не виноваты, но я принял это близко к сердцу. Убежал из дома. Блин, было так страшно. Мне только стукнуло 30, и я не знал, что мне делать. Был в этом какой-то азарт, ощущение свободы, которое не передашь. Тогда я себя и нашел. Поэтому я теперь всем встречным детям советую сбегать из дома. Мысленный контакт, он типа... говорит, не открывая рта. И мы его понимаем. Я так понимаю, наша точка... Вот там уже нашел бумер. Странно. Чёрт, бедный пес. Так, ну, всякое добро надо поднимать. Мы их тут пообыскиваем. Всякую хрень поподнимаем. Пошаримся. Тут тоже должны быть какие-то ништяки, я уверен. Нет места. Ладно. Тоже какие-то ништяки. Так, 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 так. Вроде все, да? Нет места, нет места. Тут мы уже были. Аптеку взяли. Так, значит, тут у нас все. Тут дробовик, он нам нахер не упал. Значит, мы берем дальше джип. Честно, меня очень расстроил развод родителей. Ты уже это говорил. Знаю, говорят, что дети не виноваты, но я принял это близко к сердцу. Ой, блядь. Из дома. Блин, было так страшно. Мне только стукнуло 30, и я не знал, что мне делать. Что, блядь? Что, блядь, сука, какого хуя ты стоишь, мне какую-то хуйню рассказываешь, блядь, пиздец. Сука, блядь, да хуй, ёбаный пиздец, блядь. А слава богу. Ну. Отлично, у нас теперь пушка.
пивка мне захватил. Умер, только не умирай. А ты так-то и не быстро едешь, так что держаться в принципе-то и не надо. Черт, бумер, бумер, живи! Папка будет в ярости, когда увидит дырки от пуль. А, господи, получилось! Черт, я упомянул 5 пунктов. Блин, я уверен, что что-то забыл. Но ты молодец. Расскажу тебе маленький секрет. Я хочу организовать свою секту. Ты будешь первым из хёркистов. Моей пастве, то есть. В секте будут состоять ты, я, мой кузен Акул. Какая злая стала. Так. Ты будешь мной гордиться, папа. Я же помог отжать твой грузовик у сектантов. Ты доказал только то, что у тебя все через жопу. Как в тот раз, во время выборов. Клянусь царем обезьян, что ты имеешь в виду? Я про те листовки, в которых ты написал, что я бил свою бывшую. О чем ты думал? Ты же сам сказал, что листовки взгляните должны описывать тебя честно. Два сапога пара. Рад, что она цела. Вижу, помощник, ты держишь слово. Я тут поразмыслил, пока вы там бегали. Заправлять в Сенате слишком сложная работа. Мне не справиться одному. Так что мне будет нужен помощник, руководитель избирательного штаба. И ты идеально подходишь на эту должность. Вот тебе первое задание. Везде таскай за собой младшего. И чтоб я больше не слышал, как он молится царю обезьян. Второе задание. Второе задание ты получишь позже. Так, блудный сын, задание выполнено. Так, листовка. Угу. Там у нас еще задание есть. Ну, в принципе, я думаю. Есть для тебя задание. Знаешь, что такое джерримендеринг? Ну, откуда тебе знать? Ты же простой гражданин Америки, как и я. В общем, это заумный мухлёж с избирательными районами. Как-то так. В общем, когда наступят выборы, может оказаться, что я провалился, потому что долбанные сектанты не стали голосовать за меня. О них что угодно можно болтать, но на выборы они ходят. Вот так и выходит. Чтобы выиграть, мне нужно вернуться в прошлое. И так передвинуть избирательные районы, чтобы не учитывать сектантов. И это наводит на одну мысль. Вот если бы демщики просто не явились на выборы... Заметь, я не даю тебе никаких указаний, но... Решив эту проблему раз и навсегда, ты мне очень поможешь. Если ты понимаешь, о чем я. Конечно, я не приказываю тебе никого убивать. Это же противозаконно. Это ведь технически противозаконно, да? Но вот если бы тут стало чуть меньше сектантов, потому что они, ну, скажем, споткнулись и упали прямо на пули, а? Тогда у меня будет больше шансов.
Район, о котором я толкую, находится на перекрестке возле той забегаловки, где подают гриль. Прихвати с собой моего отпрыска. Он, конечно, редкостный придурок, но стреляет метко. С идиота и взятки гладкие. Может, его даже за решетку не посадят, если он что натворит. Ну и какого хрена ты ждешь? Шевелись! Что ж, друзья, на этом, думаю, можно закончить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на каналчик. Мы вот тут добыли такую вот машинку и вот такого вот парнишку. Поставил машинку в гараж, чтобы она тут не пылилась, так сказать. Вот. Ну что ж, друзья, думаю, на этом можно закончить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на каналчик, ставьте пальчики вверх, для меня это очень важно. Будьте на позитиве, а с вами был Дэн и игрушка под названием Far Cry 5. Всем пока-пока.